Хей, йоги, с вами Шоки, и мы продолжаем проходить игру под названием Спанч Боб Сквепенс Баттл Бикини Боттом 2003 года. В прошлой серии мы прошли Чам Бакет, теперь у нас с вами в очереди лес. Так, немножко отдалю микрофон. Вайнсвиллер. Почему Ладно. Не буду забивать голову. Мы только что получили информацию, что было замечено, как грузовой самолет, потеряв управление, падает в лес водорослей. Следи за падающими вещами. Ау! Ну тут даже, видите, другая история. Ходя в лес водорослей, смотри, куда идешь. Смотри, куда идешь. И что бы это значило? Паршивая рыбная слизь. Моя одежда разодралась. Чёртов соус. Придется найти из одежды что-нибудь другое. Иди сюда, маленькая. Упс. Ай-яй-яй-яй-яй. Sorry about that, little friend. Не, я жалко этого маленького друга. Щелкни кнопку мышки, чтобы перепрыгнуть с лозы на лозу. Рассчитывай свои прыжки, чтобы Спонж Боб избегал роботов. Собери все устройства Спонж Боба, чтобы перейти к следующей игре. Ну, с другой стороны, поняли, да, что произошло? Спонж Боб убил животное ради одежды. А, да, тут еще тупые роботы. Еще не всегда факт, что мы можем достать. Молодец! Ты нашел! Головной убор красный краб! Вот это да, я походу вообще с первого раза не пройду. Классная работа! Ты собрал! Сейчас! Классная работа! Ты нашел! Классная работа! Ты нашел! Солнцезащитный крем! Ладно, еще живем. О, деревянный меч! А так бы я еще заново проходил, если бы я еще что-то не собрал. Но слушай, с первой попытки. Гарри, это ты? Почему Гарри? Не Гэри, а Гарри. Эй, похоже, это Гарри. Я должен спасти его. Почему Гарри? Что здесь? Проведи плод Спонж Боба в док. Спонж. На другой стороне реки. Щелкни и переведи плод, чтобы он двигался другим путем. Пройди все три уровня, чтобы перейти к следующей игре. Короче, здесь просто таким образом все делается. Ты заработал новую одежду! Ну хотя бы новую одежду, слушайте, теперь ее называют. Отлично, ты получил очки! Ну, я просто... Отлично, ты получил зонт! Я просто в головках на самом деле гений, потому что я много их очень проходил, что в детстве, что просто в других играх. В жанре. Гарри, я ищу. Наконец-то я тебя нашел. Типа, где ты ищешь всякие предметы, все такое. Не волнуйся, мой юный друг. Сквирпенс здесь, чтобы спасти твое положение. Сквирт!
Сквирт. Ответь верно на вопросы, чтобы освободить Гарри из клетки. Сквирт Бен, Сквирт Бен. Со временем неверные ответы исчезают. Набери хотя бы 500 очков, чтобы перейти к следующей игре. Я готов! Как Спунт-Боб нашел Гарри? Он купил его, так он нашел на пороге своего дома, он спас его. Та-та-та-да! Кто там хозяин? Улитка. Ну хотя мяукает этот кот. Какое животное зовут Гарри? Какое животное? Как понять? Какое животное? Какого цвета миска у Гарри? Красного, кажется. У нее есть миска. Желтая. Фиолетовая. Подожди. Какое домашнее животное у Гарри? Спонж Боб. И заработал! Халат для карате! Вообще-то кимоно. Сколько раз в день ест Гарри? Откуда мне знать? Вот скажите, откуда? В какой серии мультфильма там такое было? Кто научил Спонж Боба завязывать шнурки? Гарри. Потому что я помню это с мультфильма. И заработал. Повязку на глаза. Где живет Гарри? В его раковине, в гараже, в подвале, значит, вот-таки. Он живет в раковине, по сути, но он живет также в ананасе. Так, ну я уже, в принципе, выполнил. Сколько пятен на каждом боку Гарри? Пять. На полу. А хотя подождите, у него есть своя кровать. В смысле? Здравствуй. Иди сюда, Гарри, малыш, иди к папочке, ну давай, ты это можешь. Мау. Гарри, эй, Гарри, я здесь. Эй, Гарри, подожди меня. Подожди. Проведи Гарри через лес, избегая виноградных лоз и роботов, которые могут встречаться на пути. Щелкни и держи кнопку мышки, чтобы лететь выше, или отпусти ее, чтобы лететь ниже. Собери все приспособления Спонж Боба, чтобы перейти к следующей игре. Ну это легенькая херня. А, нет, нихера. Я забыл об этом. Классная работа, ты нашел! Защитный шлем. Надо лучше не рисковать, лучше около них летать. Ты нашел лопату. Мяу.
что за хрень? Я тогда через верх шел. Я не смог пройти. Нахер такие сложности? Молодец! Ты нашел! Держи! Почему называется джин, если это баночка? Ну это кажется для пляжа. Классная работа! Ты нашел! Лавки! Опа! Опа! Ну хоть увидел. Классная работа! Ты собрал пиратскую шляпу! Ну хоть назвали ее своими именами. Ой, ну где он может быть? Упс, я, наверное, снова порвал свои штаны. Эй, что это? Как удобно. Комната для переодевания. Снаружи, внутри, нигде. Одень Спонж Боба в каждый комплект одежды. Возьми и перетащи каждую вещь на экран переодевания. Верно, одень Спонж Боба в 5 полных костюмов, чтобы перейти к следующей игре. Ну, это легко. Не думаю, что это хорошая идея. Одень Спонж Боба для работы в Краси Краби. А. Ура! Ура! Это нужно делать с любовью. Одеть спачковый костюм пирата. Почему? Хорошо прорисованная, конечно, шляпа. Ура! Чисто черную текстуру убрали. Для дня в липкой лагуне. Липкая лагуна это... с медузами связано. Но зачем это туда ставить? Это ура! Пляж? Ура! Нет ничего лучше, чем океан. Лучше океана ничего нет. Нихера у тебя оружие спанчбук на руке прицеплено. Для карате. Не думаю, что это хорошая идея. Ура! Медузы! Ну, очки, конечно, ну, почти подходят. Ловить медуз! Здравствуй, маленький друг! Что такое? Ты голоден? Ну хорошо, давай найдем тебе что-нибудь поесть. Щелкни кнопкой мышки, чтобы направить Гарри к тарелке. Осторожно, не пропусти испытание слизи или не упрись в стену. Чем больше Гарри будет есть, тем выше будет твой счет. Испытание слизи. Ну это, знаете, обычные игры вот в плане змейки. Ну это тоже херня типа бесконечная на самом деле. Ну мы снова с вами просто в нее немножко сыграем, да и все.
Монадь. Это необычная змейка. Игорь очень быстро какой-то. А еще быстрее будешь, Гарри? Но он говорит, что да. А, и все. Ну слушай, давайте снова тоже до 1000 и все. То есть я даже не сказал бы, что это так уж сложно. Просто будет больше препятствий. Давайте тогда просто жизнь не потрачу, да и все, и закончим. И посмотрим еще этим, как называются уровни у них в переводе. А вот звук завершения всего. Вайнсвимер, блок, дружок. Блок, дружок. Хотя написано доки. Мелочи, Гарри. Вертолет, Гарри. Гарри Коппер. Вертолет, Гарри. Гарри Коппер. Не Гарри Коптер, а Гарри Коппер. Одежда. Волнение? Почему волнение? Слизи! Тропа. Что, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!